Приветствую всех, дорогие друзья. Вчера давал сигнал по золоту на дневном графике. И обратите внимание, как на новостях этот прогноз быстро оправдался, несмотря на то, что это дневной график. Поскольку движение было однонаправленное, да, можем рассчитывать на коррекцию. И сейчас по четырехчасовику у нас рисуется разворотная формация. Можем рассчитывать на коррекцию. И вот в связи с этим можно попробовать еще поторговать. Целевой ориентир — это ближайший уровень зеркальный. Вот он. Чисто теоретически, да, делаем коррекцию. И следующий импульс, возможно, будет выглядеть вот так. Надеюсь, все получится, ребята. Также не забывайте ставить стопы. Ну что ж, всем успехов и до скорых встреч.